Сегодня, 15 февраля, в Российской Федерации повсеместно проходят мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата была установлена 7 лет назад, в годовщину вывода советских войск из Афганистана. По всей стране воздают почести соотечественникам, участвовавшим в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств Египта, Анголы, Сирии, Эфиопии, Кореи и других стран. В Хабаровске по этому случаю прошел торжественный концерт. На него были приглашены ветераны-афганцы и участники других локальных конфликтов, их родственники, активисты ветеранских и молодежных патриотических организаций. После концерта в городе состоялось шествие. Около 150 человек прошли от Комсомольской площади до площади Славы, где возложили венок и цветы к мемориалу воинам, погибшим в горячих точках. В церемонии приняли участие члены правительства Хабаровского края, представители федеральных органов власти, Краевой законодательной думы, руководство Дальневосточного военного округа, администрации города, духовенства, представители общественных организаций, родственники погибших, жители и гости Краевого центра. История России сложилась так, что нашему народу во все времена приходилось защищать интересы Отечества, в том числе и за его пределами, отметил заместитель председателя правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. Дальневосточники воевали в Корее и Вьетнаме, в Афганистане, на Северном Кавказе и во многих других точках мира. К сожалению, многие из них не вернулись в родные места, в свои семьи. Мы скорбим по погибшим и выражаем признание за мужество, проявленное при выполнении воинского долга. Память героев-интернационалистов участники шествия почтили минутой молчания.